первый сигнал, вон машина, много отошлет машина. И это советы. 5 копеек. Сейчас попробуем оттереть. Жара такая вообще. Лето уже конкретное. Я думаю, это поле нас порадует находками. О, 1950 год. Сохран шикарный просто. Ладно, смотрите дальше. Очередной сигнал. Сейчас при вас буду открывать. Вроде как гурт виден, но я еще не знаю, что это. Это монета. Ребята. И кажется, что это цари. Зелененькая. Пока непонятно. О, 1 копейка. Вроде как. 1 копейка, да. Вот, ребят, выкопал перстень такой. Похоже, царских времен тоже. Без какой-либо камня, рисунка. Вот. Там выкопал я Николаевскую, получается, 1 копейка серебром. Год пока не видели. Ну, в конце видео я покажу все находки. Так что смотрим дальше. Ну что, пацаны, смотрите. Долго я его искал. Целый, я надеюсь. Первый такой крест мой. Он еще весь в патине. Сейчас очищу. Смотрите, какой красивый. Малыш, целый, с ушком. Зелененький. Ой, надписи-то какие красивые. Сейчас я вам покажу. Все находки также в конце видео отмоем, покажем вам. Смотрите, какой шикарный, шикарный крест, целый. Вот, с собой брать бутылочку с водой. Сигнал, кстати, на терке 8-10 бьет. Вот, знаете. Так вот. Добираемся до клада. А вот он, клад. Пацаны, выкопал такую яму. И вот она, монетка. Кажется, что это деньга. Очень тонкая. Смотрите. Вот. Здесь я находил петровскую деньгу. Вон там, у берез. Поэтому здесь может попадаться. Вот. Пока, по крайней мере, непонятно. Ладно, потом очищу и покажу. Ну, похоже на деньгу петровскую. Вот, ребят, прошло буквально 2 минуты. У нас очередной магнитоз. Смотрите, какой четкий орел. Вот. Что это такое, я пока не могу сказать. Кто знает, можете написать в комментариях. Вот размер небольшой. Я знаю, бывает, так называемая бывает капуста с таким орлом. Но пока что за монета не различить. Попозже отмоем, покажем. А мы копаем дальше.
Ну что, ребят, вот и закончился наш трехчасовой коп. Самый лучший в этом сезоне пока что. Порадовало очень. 2 копейки. Увы, не удалось заснять, камера села. Сейчас подзарядил чуть-чуть. 2 копейки 1797 года. АМ, монетный двор. Павел I. Все в идеале, как вы видите. Вот. Это мы ее еще не чистили, ничего. Вот как она была. Также 1 копейка серебром, 1841 год. Вот. Тоже николаевский формат, Николай I. Перстень. Вот. Вот это вот что-то непонятное. Орел виден сзади. Все. Вот это, мне кажется, деньга. Петровская опять. По всем рисункам. Но надо будет очистить ее, посмотреть получше. Также нашел 3 копейки 1924 года. Вот. Очень большая. Вот по сравнению с пятаком 1950-го. 3 копейки вообще огромные. Но зелененькие. Надо будет их подержать еще в каком-нибудь растворе. Я думаю, вся эта зелень слезет. Также пару обломочек от крестов. Это вроде как колокольчик был. Непонятно. Попался такой. Ну и крест вообще вот в такой синенькой патине. Получше потом очищу. Как-нибудь покажу вам. Ну ладно. Завтра мы, наверное, еще покопаем. Так что будут еще находки. А вы смотрите и подписывайтесь на канал. Всем удачи!